Тогда не знаю я, какой праздник и почему. Они же не по поводу фаи так ходят. Нет, я тебе говорю, так отдельно свой праздник. Так какой? Так я тебе говорю, спрашиваю, какой праздник? Когда Пасха? Да не знаю, когда Пасха. Я скажу, вот в этот праздник, день, когда Пасха в России, тогда и здесь. Я тебе о чем говорю? Потому что в России говорят, у нас Пасха. Я говорю, у нас тоже Пасха. У нас сейчас терки в колпаках ходят. И когда это было? Это было в твою марте. Не мать, марте. В каком марте? Солнце мало. Я тебе не знаю, когда Пасха. Как в каком марте? Ты мне расскажи. Вот. Ты помнишь, Таня у нас была? И ходили Пасху, помнишь? Ай, солнце мое. Это... И тогда же мы смотрели эту Марию, эту, которую... И цвет... Это и вот этот вот праздник, который... Это не Пасха. Я спрашиваю, какой праздник-то? Я тебе не говорю про Пасху. Я не знаю, что это праздник. Фу, ну так и скажи, что это не знаю. Это не Пасха. Ай. А кукол странный ходит в Пасху. Хорошо, значит, это не Пасха. А это какой-то праздник по окончанию фаи и шествия вот это, блин, по городу. Хорошо. Цветами сорят, блин. И что такое? Ну ладно, не знаю. Откуда я знаю? Что ты меня спрашиваешь? А Пасха будет завтра.